Людей много не побегут. Да, Степаш? Да. Видишь, посмотри, какие маленькие. Пропусти, дядь. Смотри, малыши. Что такие? Ну. Люся. Все, все. Давай, утренняя процедура. Давай. Что там у него? Поищи Бог. А, это ж заботушка. Кисточка, как у льва на хвосте. Не мешай человеку. Я при чем? Ага, глазки надо повесить, окулист. Обезьяний. Да ну ты ж посмотри, Люся. Забота, забота. Это что-то. Иди сюда. Это же... Сестрица. Вся в заботе. И того, и этого, и этого. Люся. Ты, может, веночек захочешь? Енотик, енотик, у него большой животик. Так, опа. Енот купаться хочет. Так. Давай, мне его. Давай. Енотик, енотик и большой животик. Ну, тюпа-тюпа. А Варя кричит. Варю еще не взяли. Варя — это Варуна. Она тоже с ними живет. Идет, смотри. Маня не откажется никогда. Ай, спасибо сказала. Да, да. Культурная обезьянка. Ой, не, больше не давай пока, она закушает. Сейчас Степа увидит. Аня, покажи, что. Да, Степа, не надо, пусть Степа вон утренние процедуры. Поесть он всегда успеет. Мне что, уже разговаривать нельзя, Люсь? У этого тоже, вот видишь, процедура. У этого массаж у него. Не надо пальчики. Да, орешек может она быть. Степа, нельзя это просто сидеть, чтобы на тебе делали без моей ноги. Степ. Не сестра, а забота сплошная. А Степке нравится. Слушай, сверху костюма одела уже халат. Со звездами. Лишь бы не испачкали. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Мы за вами смотрим. Да, наши подписчики. Знаем, да, вот. Да, вот. А у нас утренняя процедура. Люсь, не надо. Ой, Люсь. Да, хороший был прыжок. Енот, енот. Ну, вон она. У нее утренние процедуры. Теперь папу. А тебе голову в этом прыжке не скрутила? Я уже привык. Люсь. Люся! Да ничего ему не делала. Ты уже определись, кого ты, за кем ухаживаешь. Да, я хоть сяду. Да, во всей красе, с прической от Люси. Люся. Люся. А
Маня сидит, да. Спасибо. Слушай, а где она заколку мою дела? А как кот, ничего? Шикарно, кот шикарно. Нет, он такой, у него спокойствие найдическое. Он выходит хоть отсюда? Конечно, но он сам сюда просится. Он сам сюда приходит и сам... Люсь! Теперь у меня. Сейчас, Татьяна, она вас... Люсь! Что? Что? Не надо телефон. Я понимаю, что тебя надо только снимать. Люся! Что? Да возьми енота. Это Манечка, это Манечка. Вот она. Девочка. Девочки. Ну да, по Ютубу, конечно, они чуть-чуть побольше смотрятся. Ну, потому что близкая съемка. Держите пакеты. Сейчас все вытащит. Девочки, чье? Тут же нельзя ничего близко ставить. Очки тоже не прислоняйте близко. Скажи, снимет все, очки, парики, да. Ну, что-то нашла. А ей сегодня с утра морковки хочется. Она уже... Вать, возьми енота, Вать. О. Из парка-то поехала только из-за этих малышей. А вы откуда? А мы из Керчи. Керчь. Керчь очень много приезжает, особенно на выходные. Прямо, мне кажется, вся Керчь здесь была. Это да, гипермамочка будет. Да, она заботливая, она очень заботливая девочка. А вот она вас трогает, это ну как, она сильно, силой берет? Ну сильно, если за волосы, то сильно прям. Что, что? Вот ревность. Ревность вообще, что называется, ревность? Убери енота. Люся, ты определись. О, всех знаешь, да? Тоже, значит, смотришь. Ну, вам спасибо огромное, Татьяна и Влад, за вашу доброту, за вашу заботу. Это же очень тяжелый труд за ними ухаживать. Не знаю, как-то в радость. Ну, и в радость, оно и в радость, конечно, но труд-то все равно тяжелый. Это да. Я помню, как Степа к вам попал, как Манечка попала. А Степка, ты же вообще даже сидеть не можешь. Лучше, лучше. Она не ходит еще, конечно, но по сравнению с тем, как пришла, большой прогресс. Надежда есть, что она будет? Есть, есть, конечно, надежда. Так, это да, хорошо. Там уже поиздевались, так, скажи, по полной программе. Все будет хорошо. А вот эти животные, которые вывозили из... Из Украины тоже все хорошо. Нет, не, каких-то отдали на совсем, каких-то временно, Олег Алексеевич сказал, как только попросят, назад отвезем. Давай, давай, этого террориста мелкого. Ты, бандюгана, бандюгана, давай, давай. Ну, будет весело. Весело, Люсь, не то слово. Там еще Жорик у вас еще теперь. Жорик кричит, ну чего ты кусаешься, что у тебя за настроение? Жорик и две японские макаки, да? Ты. Ты что кусаешь? Ты чего кусаешься? Тебя Люська раздраконила. Тёпочка. Один кот остается флегматичный. Я даже не ожидала, что я встречу сегодня вас на прогулке. Ну, думаю, ладно, еще раз вернусь сюда к вольеру. Спасибо вам огромное за такое удовольствие, за такую доброту, за позитивные ролики, Татьяна, огромное вам спасибо. Вам спасибо, что смотрите. Степа, забрала я енота. Давай я его заберу. На. Так, надо идти, потому что там еще мелкие. Давай его домой заберем, пусть по дому бегает. Степ, отклеиваемся. Люся, подожди, я сниму ее. Люся, нет, не выходим, Люсь, не открываем. Возьми за руку. Сейчас.
Все. Все. Давай. Так. Люсь. И сейчас заколебалась голову мыть, а? Зачем тебе ключи? Не трогай ключи. Ты уже сломала и так. Так. Это да, так, пленку давай, Люсь, у тебя еще заберем. То, что ты с пакета. Алло. Так. Бася. Нет, кот не расположен был, чтобы на нем сидели две обезьяны.